У девушки, которую сбил лихач на маршрутке, появился шанс вернуться к нормальной жизни. Валентина Исмагилова приехала из клиники, где прошла первый этап лечения. Сейчас она может самостоятельно сидеть и пытается говорить. Трагедия в семье Исмагиловых случилась летом 2012-го. Валентина пошла в магазин, но на перекрестке ее сбила маршрутка. Водитель просто проехал на красный сигнал светофора. После удара Валя отлетает за следующий пешеходный переход. Это там, не знаю, приличное расстояние за следующий пешеход и падает. Валентина полтора месяца пролежала в коме, перенесла инсульт, но из-за сильного ушиба головного мозга осталась прикована к постели. Тем временем лихача осудили на 2 года условного заключения. Они равнодушные решили помочь пострадавшей встать на ноги. Волонтеры собрали для Валентины почти 400 тысяч рублей. На эти деньги она съездила к московским специалистам. Ее состояние здоровья улучшилось. Теперь впереди второй этап лечения. Родные Валентины надеются, что после него она заново...